сегодня в лесу, в Кривоклате. Смотрите, какие цветочки, красота, все белое, как в снегу. Крутяк. Класс. Опасные тропиночки, но красивые видончики. На камнях то куда путь держит. Пахнет, как запахи какие. А видончики. Ой, вообще огонь. Красотень. Класс. Такие у нас прогулочки. Такая вот тут силушка ветреная поваляла. Сейчас покажу крутые вот обломки. Тут, конечно, ходить гулять опасно. Такая вот сила ломает деревья. Когда была буря тут, очень мощная. Такие вот, представьте, какая сила, какие деревья выламывают. Страшно. Главное не оказаться в этот период в этом лесу. Полоса препятствий, настоящий лес, заваленные тропы, тайга, выживание. Но мы сосисками, если что, на денек нас хватит. Это опасно. По это еще ладно, можно было перейти. Так, идем дальше. Вот такие домики в лесу находятся. Кто-то тут живет на дачках. Там вон люди внутри. Да. Такие вот райончики. А вот уже речка впадает. Хоган, Халк Хоган. Халк Хоган тут живет. А вот река Берунка, речушечка. Такая вот красотень. Стулочка для просмотра. Класс. И вот такая вот кладочка, заплывчики. То мы там ходили, короче, только что. Так прошли все. И вот сюда вот вышли. Красотень. О, сейчас он дальше. Дачный домик, он двухэтажный, полноценный. Вот это вот красота. Да, короче, попали уже, что-то посерьезнее. Угу. Вот так вот люди живут. Чешуи. Это были такие лесные домики
страшненькие, а тут уже что-то посерьезнее. Вау, что это такое? А, это такие чички у нас бегают. А вот смотри, там вот барбекюшечка, все дела. Не парковат. Это уже такое что серьезное. Угу. Добрый день. Добрый день. Давай, что за шпионы тут ходят? Снимают что-то тут. На камнях. Ну, на камнях. Что, на таком бы домике хотел бы кто-то жить? Ты хотела жить? Я тоже не против бы. Я бы в каком-нибудь деревянном. Сарайчики, да? Дачном. Такие бидончики. Крутые. Дай-ка красиво. Добрый день. Добрый день. Я хотел пиво взять. Добрый день. Туда. Короче, идем в поисках обзорной площадки. Высота 415 метров. Но так тяжело, конечно, подниматься без подготовки вообще. Самолеты какие-то летают. Класс. Лес, воздух чистый, красота. Вот такая вот. А где тут самолетики? Непонятно. Итак, еще чуть-чуть, 250 метров. Уже красоты нарисовываются. Классные. Поднимаемся по горной дорожке. Да? Ага. Ну что, классно? Да. Классно. Главное без маски. По маске потом... Вообще бы сдохли. Наверное, надо одежу. А сейчас будет офигенный видон. Смотрите. Пу-бум. И с лавочкой вот такой вот. Про закаты, рассветы встречать. Только надо добраться. Фух. Вот такая вот красота. На байдарках он туда поплыл. Мы пришли аж вот он оттуда аж пришли. Так, мы шли, 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 ш